Жена заделала посол. Он, наверное, сюда, и потом вот это разворачивался, наверное, сюда. Хорошо, вот тут стоп, крючком. Опять отдал руку, опять заклад. Улетел. На поверение просто. Красиво должно быть. Потому что на силу работаешь. То есть не продумано пока еще движение по катанию. Вот вы побегу ворочек через него. Вот так. Где можно? Можно на приводе тогда научиться. Хорошо на заднем. Хорошо остановил, молодец. Вот так молодец, вот знаешь. Ноги, ноги, Денис, ноги плохо ходишь. Ноги вместе, прыгаешь высоко. Опять пятки. Очень, очень тяжело. Прыгаешь? Стоп, стоп, стоп. Надо не бросать, надо просто на пору ноги прикрыться. Забежать за него, он сам упадет. А ты, Веслон Бутук, сыр Бушли, да, вышел туда к нему. Кто там у меня? Ты иди туда вместе с этим Зданом. Макс, сюда. Я? Да. Макс, сюда. Кто там сидит? Я. Ты сидишь? А, Макс, ты отдыхаешь, иди сюда, ты идешь к нему. А потом кто-то идет. Кто там сидит? А, да, да я. Джоэн? Можешь просто чуть-чуть показать, но не бросать, потому что он может за собой потянуть. Останови, чувствуешь там заклады не такие, останови его, отойди, объясни. Молодец. Саня, падай. Давай, давай, Макс, давай, Макс. Он будет стоять. Шина. Нужно подкачать.
Ну ты работаешь, Саша, или нет, блин? Ноги прямые, Александр, бревно. А где щиток? Где щиток? Что нужно купить по щиту? Все ты договориться? Один билет для него. Перцвет. Конечно, и потом у него. Оля, он спать. Да, я буду никак. Шляпни такого. Лучше вперед упасть, чем вперед раз на долбану. Еще раз, ну смотри, залез вперед, как молния бросать, а ты зашел и стоишь. Ты понял? Не просто. Мне просто страшно, вот сыр будет делать, весло не делать. Очень неприятно. Мате, поправили тесто, лицом друг к другу, поправили кимоно. Сори, Мате, поклонились, шаг назад, поклонился и уйти. Так, этот, Алекс, Макс, иди сюда. Давай. Куда? Так, Николай, ты где? Бери Михаила вот туда. Я потом тебя поменяю. Да. Готовы? А, Петя у нас. Так, ты его не бросаешь. Петя, иди пока туда, пока Миша тут. Анжелин. Матей. Кто? Матей. Ну, зайди. А можно я такая? Можно. Че? Николай, иди сюда тогда. А, там Петя, Петя, да? Не, оставь, оставь, оставь. Уже вот. Еще раз, посмотрите внимательно, еще раз. Под судо. Поклониться. Также поклонились, все. И если вы тянете руку, заверните, вам шизу сразу. Это в конце схватки, да. Я их вообще спрашиваю, если вы вначале запретили, запретите в конце. Выйдут, обнимутся, поцелуются. Я вообще не понимаю. Значит, или вначале можно, или в конце можно, или вообще нельзя. Это а я вообще не знаю. Я вышел, например, с Денисом, да, раз, и борюсь, он меня бросил. А потом в конце я сказал, Денис, спасибо тебе, я бросил. Ты что, дядя, что ли? Я повернулся и ушел. А те обижаются, а как хочешь руку, а что, а что должен тянуть? Не вырвал, как мешок. Где? Миша пришел? Миша пришел? Туда. Туда! Чем больше ноги будешь крестить, чуть-чуть, смотри, он упал, да, смотри, чтобы не удариться. Чуть-чуть добеги, покажи удержание и все. И говоришь, разный пост. Стоп, не двигаться. Не двигаться. Не двигаться. Вот это, Макс, вот это что за захват? Жопу засунь. Что это за захват? Ты его бросаешь, он руку выставляет. Отпусти. Он руку, держи, он руку выставляет, травмирует. Вот ты должен где держать. Вот. И рука не прямая, это вот здесь рука должна быть смотреть.
Смотри. Если я беру за тебя руку. Держи. Вот если у меня рука так, я проиграл. Вот ты должен держать. Видишь, вот. Вот. И отсюда ты можешь работать. Отсюда, сюда, сюда. А у тебя рука вот эта прямая. Для того, чтобы я не бросил, ты вот так стоишь. Почему? С одной рукой выбери. И это вот плечо. Вот держи его одной левой рукой. Только левой, правой не добавишь. Да, и только подсечки делаешь. Левой ногой. Если нога впереди, то... Стоп, нет, нет. То есть руки не убираются. Потому что можно Хочу делать шаг, чтобы не стать руку. Делать шаг и туда тянешь. Ты ходишь? Держи одну подножку. Только не бедро и не через спину с колена, если боязку не делать. Сверху захват заднюю подножку. Да. Опять ноги у тебя. Ой, блин. Ты из ног только проигрываешь. Ты можешь на двух ногах попрыгать, как на скакалочке? Чик-чик-чик, чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Заднюю, 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 руку выше. Да, руку выше, за шею, за шею, еще выше. Рука согнутая! Чтобы он, главное, чтобы он не убился. Стремление волны. И потихонечку его тесни. Тесни его край. Тесни край. Вот и ножка. Дай ножку. Стоп, смотри. Начинаешь бороться. Раз убрал и подсечь. Чуть-чуть показал, смотришь, он хочет подсечь. Раз. Молодец, коляня. Депо. Руку с одним вверх правую. Вот так поставь. Посмотри на меня. Не так, а вот так поставь. Доставай руку, захват двумя захватами. Макс, два захвата бери, двумя руками. Вот и сзади, вот он же неправильно залезает. Бросать надо из этого захвата, Макс, он неправильно лезет. Рука внизу. Матея? Матея, ушли? Поклонились ушли. Следующий вышли. Сэмбо. Бутур. Дискон. Ливер. Идешь. Сэмбо. Так. Кто самый тут бесстрашный? Я. Куда? Кристина? Бутуку куда идешь? Бутуку. Давай. Единственное, если идет бросок, и ты падаешь, падай нормально. Саня, третий на двумя бросками. Сашуля, я же кстати, ты очень хорошо. А, ты хочешь? Я не знаю. Стоп, ушел. Сашуля, я знаю, ты самый храбрый пацан. Ну никому об этом не говоришь. Никому. Убери свои носки вниз. Еще раз, то же самое. Там... Смотри, будь внимательный, не расслабляйся. Даже если бросил, он тебя потянет дальше, начнет дергать. Не расслабляйся, пока он вообще не отойдет. Домой не уйдет. Джина! Ой, скорее, не делай ему, пожалуйста, Влад. Да. Я уже вижу, что ты хочешь сделать с коллегой.
Ты начал дергать, он идет через плечо. Я понимаю, с ним просто подергай его туда, и выведение ему. Захват сорвал, взял, да, просто чтобы не травмировался. Двумя руками стараюсь. Чтобы он сказал, все, брат, я готов. О, ну, через грудь. Есть, стоп, вот этот, Макс, как только будешь держать одну руку, захват, будешь очень тяжело, придется падать. Давай. Держать! Матер, стойку. Шире. Раз он делает, надо контратаковать. Делает он это не умеет. Значит, травму держали. О, подавай! А что ты ждешь? Бросай! О! Санек, где через грудь? Где через грудь? Отдаешь захваток, готов в грудь. Все, руку не выставляет. Перекати через него, не выставляй руку. Вот тут стойку. Так, Макс, ты устал? Нет. Говори. Очень устал. Но и не бросить с такого захвата. Нельзя обвинять, надо бросать. Ой-ой-ой-ой. Потечку изнутри. О! Души его, Саня! Отпустил, блин. Переверни, держи! Держи его! Держи! Держи! Переворачивай, держи его, Саня, держи! Денис, стоп. Саня, что ты его жалеешь? Он 10 раз больше занимает, жалеешь его. Просто его удержал. Ты не смотришь. Андрюша, мотай. Влад, подвигаться. Забеги чуть вправо, забеги чуть влево. Великолепно. Стоп. Кто там у нас? Финишный цель. Матея? Гусли? Матея? Да, нельзя, да, вот. Матея! Поднялись, ушли. Так, мы еще одно. А? Можно еще одно? Нет, других нет. Других. Вот четверть походили. Так, где мешали? Порвать данных. Вперед, Я тоже. Да. Можно в качалку? Да. А может взять и будет? А мы можем уже переодеться? Нет. Сейчас собраться не будет. Так, Даня, что ты сидишь? Шендер, Даня, бегом. Так, кто там сидит у меня? Николай, берешь. Трусы. Это, как его? Бегом, Алекс. Еще раз, с колен не делай, старайся, сзади, чем где-то. Бедро тоже как бы... Че? Больше сзади, аккуратно, выведение. Захват повыше, чуть-чуть его согнул. Здесь он высокий. Вот. Здесь он дернул. Сейчас головой надел домовиться. Уже беги, уже захват. Уже вставляй ногу между ног и все. Ну, очко подставь свое. Макс, такие броски буду бить. Ты как пенсионер влезаешь. Как больно! Да, Александр? Как больно надо быть. Если он наклонился, что нужно делать? Вот. Бери выше захват, туда дальше. Ну уже на спине берись. Он наклонился, убери чуть-чуть, отпусти на спину. Приблизься к нему. Молодец. Шида, Марк. Прыгай, Миша! Это дура, ебать, ты что?
Почему не бросаешь?